Детский сад номер 10 сегодня превратился в город дорожных знаков. В гости к ребятам пришел самый главный друг пешехода и участник дорожного движения – светофор, чтобы вместе изучать основы безопасности и азбуку дорожных знаков. Мудреные загадки малыши щелкали как орешки, но, конечно, дошколятам учиться нравится больше в процессе игры. К дорожному движению маленькие его участники относятся со всей серьезностью. Нужно просто внимательно смотреть на знаки, а то попадешь, например, в аварию и в беду. Не надо спешить на работу, просто надо потихоньку, не быстро переходить дорогу, а шагом. Светофор пытался запутать малышей, но они правильно расставили основные сигналы и знаки. Родители этих чад могут быть уверены, они и им ошибки подскажут. Дети отгадывали загадки, участвовали в викторине, были спортивные игры. Показали очень хорошие знания правил дорожного движения. Уроки безопасности будут проходить во всех учебных заведениях в течение всего года. Безопасность начинается с мелочей, а жизнь ребенка – это уже не мелочь.